Сейчас, мне кажется, будет выступать один из официальных представителей МВД. Присядьте, тут он камера, присядьте, пожалуйста. Давайте минус. Миша, присядьте! Слушайте, ребят, ну давайте разойдем. А давайте как-то в одну линию или как-то вот так. А, ну, Марина, да, все наша. Нормально звук распишется? Да. Ну, поставим только свои, давай. Блин! Давайте разойдемся, правда, а? Давайте, да, подальше встанем и всем запишем. Ребята, давайте раскупимся. Ну, правда, не делаем. Давайте свалить. Давайте шаг назад сделаем. Давайте как-то так. Давайте, слушай, скажите, чтобы все раскупились, а? Слушай, бери телефон сразу. Назад, ну, ребят, ну... Ребят, слушайте, давайте назад просто отойдем немножечко. Вы-то присядьте уже без камер. Чего вы как видите? Ну, а ну ты тоже такой, на красавцу. Давай, давай, сейчас станет красиво. Владимир, хочешь? В Москве по факту убийства Бориса Немцова, главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 1 статьи 105 и статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. По предварительной версии, следственного за автомашины не менее 6 Бориса Немцова, когда тот шел по Большому Скворецкому мосту. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина подключились немедленно лучшие криминалисты и следователи центрального аппарата. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, оперативные разыскные мероприятия, направленные на установление лица и... Не начинайте заново. Как раз зовут? Можно чуть-чуть потише? Прямо в лицо. Иванова Юлия, старший помощник руководителя главного следственного управления по городу Москве. Какая предварительная версия? Да. В настоящее время рассматриваются все версии, как в том числе черты заказного характера. А по политическим мотивам либо нет? В настоящее время все версии рассматриваются. Что известно про преступников? Это вся информация. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливается лица причастные к совершенному преступлению. План перехват, который был введен. В настоящее время вся информация есть сейчас там, что только что. Совершал пешие прогулки. Вот когда Немцов дошел до этого места, вместе с девушкой, с ними поравнялась белая иномарка. Давай еще раз гибель сделаем. Прошу, Шерсон. Нет, там я Ну, блин, это что делать?
сейчас поедем. Готово. Нет, секунду. Россия один готов. Громче, пожалуйста, говорите. Готово? В настоящее время под руководством исполняющих обязанности главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Александра Александровича Германова создана следственная оперативная группа. В настоящее время следователи Следственного комитета допрашивают женщину, которая находилась в момент совершения преступления совместно с Борисом Немцовым. Информация, которую мы можем предоставить сейчас. Решили прогуляться пешком, но то, что никто уже достаточно далеко от центра, на Малой Ордынке и по вечерам часто совершал пешие прогулки. Вот когда он со своей знакомой дошел до этого места, с ними поравнялась белая иномарка. Прекрасней всех кино, кто в этот мир попал?